Это новости из пальца, обзор самых нелепых новостей Украины за минувшую неделю. Обзор новостей, которые могут показаться ненастоящими, придуманными и фейковыми, но нет. За каждой такой новостью стоит настоящее событие, и у каждой такой новости есть автор, к сожалению. Вот палец, вот новости, поехали. Как будто шлепнул музу юмора только что. У Запоріжжя Дід Мороз Гопник вітає дітей з Новим Роком. На самом деле я впервые встречаю столь прозорливого журналиста. Ведь если задуматься, то именно развенчание ореола таинственности вокруг символической фигуры Деда Мороза и делает нас взрослыми. Так что да, я согласен, что Дед Мороз – гопник, рано или поздно отнимающий у каждого из нас веру в настоящее чудо. Продолжая тему новогодних чудес, Яценюк пригрозил депутатам Санта-Клаусом, если не примут бюджет до Нового года. Как эксперт по всему на свете, я рекомендую Арсению Петровичу фильтровать базар и пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи. И впредь использовать оборот не Санта-Клаус, например, а чума, гангрена или Путин, например. Яценюк пригрозил депутатам чумой. Согласитесь, сразу заиграла новость. Харьковчане прячутся от копов. Горожане отказываются сдаваться правоохранителям. Какое-то ГТА происходит в Харькове. На самом деле, период боязни копов длится всего несколько дней. Главное не забежать слишком далеко. Когда привычки, сформированные тесным взаимодействием с милицией, пройдут, украинцы начнут таки выходить копам с караваями. Но какое-то время все-таки придется попрятаться. У Черкасах 67 рогатых потребуют омолодження. Я думаю, что омоложение рогатых все-таки достаточно востребованная услуга на рынке любви до гроба. Резонанс. У Калуші другий день не працює світлофор на складному перехресті. Я долго думал, сообщать или нет вам об этой новости, но все-таки решил, надо. Новости из пальца не могут себе позволить то, что позволяют другие СМИ. Мы не можем скрывать от своих зрителей важную информацию. Поэтому да, краденые люки, разбитые окна, неработающие светофоры, хромающие голуби, двойка по физре, заноза в пяточку. У меня соседи машину купили. Волынский чиновник затусил у Верховной Рады. Прямая речь чиновника. Атмосфера нагадує театр імені Франка. Дуже цікаво, адже в цих стінах ще не бував. Крісла напівтверді, але зручні. Немає USB-зарядки, це мінус. Ще немного відвлікає скручений трубочку і вставлений в нос долар. Ну, а так, в принципі, да. В коридорах Верховної Ради очень даже нормально ми затусили з ребятами, дабстеп, музика іграла, світ мелькав, сіли в лімузин з правительственними номерами, погнали по ночному Києву, хтось почав стріляти в окно із своєго 8-зарядного магнума, тут нас останавливає поліція, ми не останавливаємося, жмем далі. Я смотрю на водителя, а на водительському сидінні сидить лемур в огромной шляпі. Я депутат Верховної Ради, хто ти? І ми мчимося далі, Київ остається позаді, ми вилітаємо на трасу, впереді границя. Я вижу воздушний шар, закриваю глаза і дишу тишиною, рисую себе, що ти рядом зі мною. Восхищаюсь тобою, пред образом милим, як огонь під водою стоять, я не в силах. Нормально затусили. В приміщенні міської ради з'явиться графіті від Діми Краба. На графіті буде зображен краб, которого Діма Краб нарисує крабом. Кстати, сессии Житомирского горсовета будет вести МС Осетр. Звук вот этот пищания при голосовании, знаете, вот когда депутаты голосуют, это... Теперь заменят на крик тюленя. Теперь будет... Собаке не нравится эта идея, но не собаки принимают законы, а депутаты. Хотя... Новость с сайта Запорожской мэрии. Тепло уходит и не возвращается. Это поможет сохранить тепло. 18 с плюсом, жми немедленно. Депутат сохранил тепло, и вот что получилось. Это были новости из пальца, обзор самых странных новостей Украины. Новостей, которые хочется запить алькапримом. Кстати, у меня на футболке нарисован Альберт Хоффман, если что. Думаю, многие из вас знают, кто это. А если не знают, то пересмотрите выпуск задом наперед.